Всем здравствуйте. 26 мая, Лазаревская. Только фонтан работал, выключили. Ну что, люди сидят. Сегодня солнечный день. Сегодня должно быть много людей на пляже. Время 10 минут 2 или 3. 3. А 19 минут 3-го, в группе я прочитал, что солнце будет, что-то с солнцем будет. Наблюдать надо в это время за ним. Перемещение какое-то будет, толком не знаю. Люди появились в поселке. Кое-кто шмотки уже подкрывал. Думаю, 1 июня уже все будет работать. И кафешки, и мафешки. Все, все на свете. Открывает, откроет все, что можно открыть. Сейчас прошел кафешку, можно было заснять, но как заснять, если там музыка играет, а речник пока закрыт. Вот 140 рублей, смотри, столовая «Фасилис», требуются работники, номер висит, ну, сами работники сидят, а кафешечка закрыта еще. А вы когда кафе откроете? Здрасте. 1-го, да? Спасибо. Ну что, в какую сторону пойдем? А кукуруза почем у вас? Спасибо. Кукуруза 100 рублей, короче. Давайте с пирса начнем. Ну что за причиндал, поженимся давай. Саша, Маша. Открыто написано. Джона Сильвера. Адмирал Ушаков, то есть адмирал Лазарев. Беркут в Туапсе зависает еще. О, народ поболее, чем вчера. Вода чистейшая. Натянули канаты или как они называются, я не знаю. Для тех зоны. На улице довольненько-то тепло. Нормалек. Рыбаки укутались, спрятались от солнца. Ваня, тащи, клюет, Ваня! Рановато будет. Смотрите, море какое красивое сегодня, мама родная. Ничего себе. А горбыль вчера у тебя не клюнул? Нет. Море просто класс. Я пойду прямо здесь сейчас искупаюсь под пирсом. Какое же море красивое, а? Не знаю, как передастся по видео, но она же даже какой-то зеленоватый, как будто слегонца. А где Ширико? Вань, шарика не видел? Нет. Сегодня нет? Рыбы
Он Сережа историю рассказывает. Да какая история на самом деле была? 3 дня назад. Пошли, говорит, грибочки собирать, лисички, в районе Чимитакваджа. Ну и медведь там зарычал в кустах. Они оттуда как ломанулись этими своими корзинами. Представляете? Недалеко от поселка. Ну а что, солнцем я что-то не вижу, какие-то передвижения, чтобы были. Шарика не видели рыбаки сегодня. Мерили воду, сейчас 19 градусов. Вчера была 18, сейчас на градус. Потеплело, будем купаться. Ну что-то я смотрю, мало купается кто. Удивительно.